Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и это видео о моем 18-летии. В этом видео вы увидите полностью подготовку к моему дню рождения, фотосессию, подбор платья, составление меню, пригласительные, ну и, конечно же, само празднование. Мой день рождения будет в тематике сплетницы, потому что вы мне часто пишете, что я у вас ассоциируюсь с этим сериалом, потому что я его очень люблю, и что я похожа на Блэр и внешне, и... может быть, характером. Поэтому, когда я выставляла сторис в Инстаграме и в своем Телеграме писала о тематике, даже не было никаких сомнений, что вы угадаете. И на самом деле, когда я вспоминаю о сериале «Сплетница», мне первым же делом приходит на ум заведение «Ля Дюре», где, собственно, я и решила праздновать свой день рождения. Поэтому я вам желаю приятного просмотра, надеюсь, что вам все понравится, и давайте начинать. Мы сидим с Сарой, делаем пригласительные на мой день рождения. Получается примерно вот так. Саби выбрала минимализм, стиль сплетницы, черное все и так далее, в принципе, как и все у нее. Сара уже балуется. Я добавила сланец, как он. Сланец с колобками. Мне кажется, он отлично сочетается. Посмотрите. Он придает настроение. Ко мне никто не придет. Вот. Шлёп, 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 шлёп. Мы приехали в заведение, в котором я буду отмечать свой день рождения, чтобы составить меню. Мы сейчас будем выбирать меню, составлять. Это голубочки. Голубочки. Голубчики. Итак, мы рассылаем приглашение. Вот, которое я сделала вчера, я не знаю, мы это показывали на камеру или нет, но это вот последний вариант. Мы взяли картинку с заставки сплетницы, короче, вот тут добавили. В общем, это самый идеальный вариант. Сейчас быстренько написали текст, который не видно. И будем делать рассылку гостям. Почему мне страшно? Мне тоже, знаешь, было страшно, у меня было еще прям волнение. Все, давай. Итак, сейчас 16 июня, 10 часов утра. Я приехала на маникюр, потому что мои ногти в плачевном состоянии. Как всегда, приехала в локаль. Можно, пожалуйста, чай? Чай зеленый, черный? Давайте черный. Черный? Сахар? Да. Ножки делали у нас? Нет. В итоге я сделала свой самый любимый цвет, 158-й, это Люксио, называется Heaven. Очень красиво, мне супер нравится, и на ногах, и на руках одинаково. Это очень довольна, потому что красиво очень. И теперь мы едем в Beauty Spa от Barber. Вот так вот выглядит боул, очень аппетитно, и мой айс-ти. Фитоактив, как я уже сказала, активизирует гидрофильное масло. Меня вот так вот укрыли. Сейчас делают уход. Это просто офигенно. Очень классно. Итак, я пришла в пудру. Сара вчера здесь нашла платье, которое я как раз таки хотела, но нигде не могла найти. Поэтому это очень круто. Вы готовы это увидеть? Мне супер нравится. На камере, кажется, не очень видно, но вы увидите на фотках. Поэтому подписывайтесь на Инстаграм. Итак, следующая моя остановка, это, как вы уже поняли, наверное, солярий. Я хожу в вертикальный на 10 минут, потому что я уже очень давно хожу, поэтому я привыкла. Дали вот такие вот штучки, очки и для волос сеточку. Я приехала в Доступ Плазу в Зару, чтобы найти себе платье для фотосессии. Точнее, я его уже нашла, и мне нужно его найти именно в Заре. Я надеюсь, что оно здесь. Апдейт. Я нашла это платье.
Я не засняла вам примерочный, как его примеряла, но дома покажу, либо уже завтра на фотосессии. Поэтому я счастлива, я практически все сделала. Я уже дома, и сейчас хочу вместе с вами готовить сосиски в тесте и рассказывать детали своего дня рождения, потому что я думаю, что вам тоже будет интересно это послушать. В общем, на фотозоне у меня будет только цифра 18. Только цифра 18, думаю, буду рассказывать. Которая будет полностью из цветов. Правильно? Да, но не из живых цветов, а из искусственных, но они капец выглядят как живые. Ну, типа, они вроде метровые. Это кто сделал? Мама и там ее помощница. Ну, мне показалось, что это реально будет выглядеть лучше на фотографиях и, типа, не так заезжено, как, допустим, шары те же самые. Шары мне вообще не нравятся, потому что это, во-первых, не по моей тематике, а во-вторых, мне, в принципе, не нравится. Что касается оформления столов, там будут живые цветы, их будет очень много, они будут в красивых вазочках. Теперь про меню. Я вам вообще не показывала все варианты, которые у меня были в голове, потому что их было очень много. Вы уже видели кадры, где мы были в Ледзюре и выбирали меню, но я вам не рассказывала, что мы именно выбрали. Это будет очень, мне кажется, круто. Там будет несколько блюд на выбор с каждого курса. Из салатов будет два на выбор. Первый – это цезарь с креветками и с курицей. И второй – салат с моцареллой. Второй курс состоит из трех блюд. Ризотто, пене арабьята и бургер. На десерт будет просто выбор разного мороженого, потому что, в принципе, на дни рождения будет очень много разных. Клубник в шоколаде, потому что Sweet Sisters. Кстати, решили не делать кандибар, а сделать просто с аперитивами. Типа клубнику в шоколаде, еще что-нибудь. Они будут в таких этих... Это жарко. Всем доброе утро. Сегодня уже 17 июня. Сегодня ночью меня будут поздравлять с днем рождения. Мне исполняется 18 лет. Сегодня также будет фотосессия для моих нерождённых фото, которые нужно будет выложить в 12. По плану. Сама фотосессия у меня будет в отеле. Поэтому это такой вайб Блэр. И я подобрала платье специально под Блэр. То есть я не хотела какое-то нарядное на фотосессию, а именно в бельевом стиле. Но перед этим мне нужно сделать пару дел. Сначала сходить на ресницы, потом купить макаронс для фотосессии тоже. Я после ресниц приехала в химчистку сдать платье. Надеюсь, что сделают быстро. Спасибо. Я вернулась домой. Сейчас мы вместе с вами дособерем чемодан. Тут осталось совсем немного внутрь положить. Потом соберусь сама, и мы уже поедем на съемку. Кстати, если вдруг кому-нибудь будет интересно, зачем я беру брызгалку для стекол, мы с Сарой будем снимать переход для ТикТока, поэтому я ее беру с собой. В общем, я решила начать собираться пока дома, потому что... Ну, для того, чтобы не терять времени. И начну я с прически, как всегда делаю свои локоны. Кстати, я же вам еще не рассказала, что сегодня мы останемся ночевать в отеле с Сарой и, скорее всего, с Патимой. Я, знаете, реально чувствую себя как невеста какая-то, потому что я снимаю даже номер в отеле для своего 18-летия. Сейчас будет рум-тур от Саби. Ее реакция на номер. Вставь. А нет, ей нужно вставлять. Входите. Мне нравится. Мне нравится. Смотри, тут написано твоя фамилия. Спасибо, хоть фамилия. Балкон. Как во Франции. Как в Париже. И вот так. Это будет good morning. I just wanted to say that. Реально можно вот так вот отфотошопить вот эту Эйфелеву башню и вот так сфотаться. Кто-нибудь вот так отфотошопьте, сделайте скрин. В общем, тут лежит тортик, тут мини-диван. Который нельзя смотреть. А, да? Итак, мое платье, которое я вам толком не показала. Вот
Да, мы должны будем поехать домой. Слышишь? Ага. Сейчас будет распаковка и бэкстейдж параллельно, я снимаю еще на телефон моего подарка. Посмотрите, что написано. Эти кеды я хотела себе уже очень давно. Наконец-то они у меня есть. Они супер красивые. Моя сестра и Сара отправили меня в моем платье за KFC. Теперь мы наполняем ванну для того, чтобы сделать очень красивую фотографию. Надеюсь, что у нас получится. И посмотрите, сколько пены. Если вам интересно, то это вот этот вот гель. Офигеть от него пены. Она решила принять ванну. Посмотрите, сколько пены. Через час день рождения. Кстати, да. Но сейчас для начала мы должны сделать очень красивые фоточки. Давай, поцелуйчик. Сейчас мы будем распаковывать мой торт, который весь день от меня прятали, и я наконец-то на него посмотрю. Здесь еще есть какой-то конвертик. Самый нежный. Офигеть, он красивый. Никто не приезжает ко мне в 12, все равно у меня было волнение. О, я обожглась. Ты же не убрала. Теперь фейковое день рождения, потому что до него еще есть 30 минут. Но мы заранее хотим сделать видео, как оно задувает свечки. Главное загадать желание. С днем рождения тебя! С днем рождения! Сейчас 23:47, и мы выходим. Да, мы поздравляем. Все трясется. Мне страшно. Я сама волнуюсь, как будто у меня день рождения. Вот они кисадили. Всем привет. Давай. Ой, мы вернулись. То есть я вернулась. Сейчас вот мы поздравили Сабину. Он прелестный. Это типичный букет для казашки. Вот сейчас мы едем к Сабине домой. Фокус. А еще мне сказали, что я похожа сегодня на Сабину. Ну, мы хорошо решили, что мы завтра на маленький братик. Всем пока. Так, это моя сестра, знакомьтесь. Это Мадина. Да подожди. Это Мадина. Это вот счастливая Сабина, 18-летняя. А это вот Лаура. Всем пока, вы знаете мое семейство. Сами, посмотри на меня. Надень. Как миленько. Как смешно. Сабина! А чё он потух? Ты хотя бы смотрела торт? Сейчас я подарю Сабе свой подарок. Я ей везла его со Стамбула. Не знаю, меня видно или нет, но на, держи. Там, правда, пакет помятый. Это Фунтибирь. Я капец хотела его, потому что я в Москве его нашла, хотела купить, но так и не... О, еще что-то. Там, короче, умывалка, кажется, крем, что-то. И тоник. Да. А это кажется, жидкий это... хайлайтер. Я помню то, что у тебя нету, и ты там для чего-то хотела. А это твой любимый блеск, только в другом оттенке, спасибо. Коричневом, потому что ты красишь там губы часто коричневым карандашом, и мне кажется, это должно быть красиво, но я не знаю. Вау, какой красивый, посмотрите. Подождите, фокус-покус. Вот, короче, коричневый блеск. Но он не должен быть на губах прям коричневый, это типа блеск же. Спасибо большое. И жидкий хайлайтер. Thank you.
Я тут стою, думаю, что нам лучше взять на завтрак. Вот Сара, мне кажется, точно будет круассан с семгой, она его любит. А я буду, наверное, с индейкой. Я взяла наши любимые напитки в Тидоте, и теперь едем собираться. Это самый вкусный чай, он ананасовый. Если хотите попробовать, берите его. Вам точно понравится. Ко мне, кажется, приехал еще один мой подарок от моей семьи. Здравствуйте, спасибо большое. Вау! Сейчас будет реакция Сабины на подарок. Я знаю, какой это подарок, если что, но просто я ее еще не видела. Какая красивая! Это крем у тебя? А, это крем для рук. Как это? У нее очень красиво все оформлено. Представляете, сроки, когда придет эта сумка, были вообще неизвестны, и она пришла ровно день в день. И это, считаю, очень круто, и я вообще не вредная. Мы наконец-таки собрались. Вот так вот я выгляжу. Но потом уже чуть позже покажу нормально. И, кстати, приехала Алиса и подарила мне подарок. К сожалению, она не сможет пойти на мой день рождения, потому что она заболела. Всем привет, зацените мой аутфит на день рождения. Все, выезжаем. Дильмурата вижу. Посмотрите, как красиво. Это про то, что я говорила. Макарунс. Итак, покажу вам все внутри. Вот эти вот две цифры. Очень красивые они сделаны. Все ручной работы. Старались прям несколько человек, и я считаю, это очень круто. И теперь переходим в главный зал. И вот так вот здесь все. Я уже переставила макарунсы, кто где будет сидеть примерно. И вот так. Мне очень нравится. Да. Мои друзья оказались намного непунктуальнее, чем я. Приехали всего лишь 6 человек на сотку, больше никто не пришел. Мы же тут снимали, когда только начали общаться. Кстати, да. Кстати, вы знаете, что Ладури — это место общения, ну, начало общения. Зарождение. Нашего, да. И, кажется, в каком-то блоге есть момент, где мы вот примерно на этом блоге. Я не помню, я его скрыла или нет, но если нет, то посмотрите. Еще один на 2 часа опоздавший. Куда торопимся? Опоздавший на 2 часа. Еще один, в общем. Им всем нравится. Я довольна. Вот они. Пока еще не совсем все, но вот так вот мы сидим. Все заказывают себе еду. Я показывала. На слово ремейчинг. Спасибо большое. Приятно. Спасибо. Пойдем.
сегодня день рождения моей самой близкой, самой лучшей подружки. Все доброго, здоровья, хорошего, больше не едем. Спасибо! Милашки! Идем с Абиной относить цветочки. Что настоящие мужчины. Хорошие друзья. Смотрите, я вам тут устрою рум-тур. Тут очень красиво. Смотрите, что тут очень мило. То, что подписано имена, короче. Саби. Это очень мило, ребят. Вот. Я стала блогершей. Так вот, продолжаем наш разговор с Абиной. Желаю тебе хороших друзей, хорошего мужчину. Что еще? Здоровья крепкого. Я пожелала счастья, благополучия, родным и близким, Амине, Мадине, моей маме, Майле, Алине. Всем желаю счастья, здоровья. И вообще, наша семейка тебя очень сильно любит. Thank you.
Спасибо! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Sami! Happy birthday to you! Типа красота. Сказать нечего, но я хочу поздравить Сабину нашу с днем рождения. Всегда будь такой же, оставайся счастливой, радостной такой же. Хочу, чтобы в будущем у тебя все получалось, чтобы карьера только росла вверх. И всего тебе хорошего. Сегодня я желаю Сабине всего самого наилучшего, здоровья, счастья, все мечты у нее сбывались. И вообще я очень люблю Сабину, она самая лучшая на свете. Она сама, оставайся такой она врет. Соткой, заткнись. Оставайся такой красоткой, доброй, очень милой, щедрой. И вообще я самая лучшая. Я тебя очень люблю. Спасибо. Ну вот Сабина такая большая стала. Вы мне знаете, со скольких лет? Наверное, с лет 14, да? 15, может? 14. Нет, 14-15, где-то так. 14, наверное. Была малюсенькая такая, с косичками заплетенной. Чё, блядь, не было косичек? Нет, это уже выглядит. На танцевальной десятке тебе заплели косички. А, синие, да. Вот, такая... Такая стесняшка была, а сейчас такая грустная, лучезарная и одетая девушка. Сейчас поздравляю тебя с такой самого-самого прекрасного. Спасибо. Я вас тоже люблю. Мне просто честно хочешь, а хочешь, буду звонить. Канаты рвутся между нами и вовсе тонкая нить. От леса дисуна, не жалей ни о чем. Хочу пожелать Сабе просветания во всем, да, во всем, в чем она начинает. Посмотрите, мы приехали домой, как много цветов. Я даже не замечала, насколько их приносили очень много. Вот так вот выглядит наша раковина на кухне. Всем доброе утро. Вот так вот выглядит наш дом сейчас. Это уже зал. Все подарки. Хочу распаковать вместе с вами все подарки. Сказать честно, я уже некоторые из них подсмотрела, потому что мне было очень интересно. Но в основном распаковывать будем вместе с вами. Во-первых, я бы хотела сказать огромное спасибо всем моим друзьям за такие подарки и за такие красивые цветы, потому что они все, мне кажется, в моем стиле и все очень красивые. Первое — это набор от Fenty Skin. Я его очень хотела купить, когда еще была в Москве, и Сара вообще не прогадала. Это трехступенчатый уход, и, насколько я знаю, у Рианы он очень хороший. Я, правда, очень его хотела. И вот так вот все выглядит внутри. Это еще не все. Здесь внутри еще лежат два крутых продукта от Fenty Beauty. Это жидкий хайлайтер и блеск для губ в очень крутом оттенке. Следующий подарок от бренда Bubber. Перед моим днем рождения они пригласили меня к себе в спа, и вот что они мне подарили. Здесь два продукта от бренда Cosmedix, которые подобраны специально под мой тип кожи. Я слышала очень много крутых отзывов про эту косметику, поэтому буду тестить, и мне кажется, что она очень крутая. Следующий подарок будет от моей семьи. Здесь кеды Dior, которые я себе очень давно хотела, и они просто нереально красивые. Мне кажется, я просто не буду из них вылезать.
На самом деле, я знала, что мне подарят, и выбирала между белым и синим цветом. В итоге выбрала эти и вообще не пожалела. И подарок номер два от моей семьи. Здесь лежит сумка, которая ехала ко мне из Италии. Я ее очень давно хотела и тоже знала, какой у меня будет подарок. Представляете, она приехала именно в тот день, когда мы были в отеле, и на утро ко мне привез курьер эту сумочку. Вот такой вот пакетик, который, мне кажется, мечтает получить любая девушка. Самый неожиданный и самый приятный подарок от Алисы. Она, к сожалению, не смогла прийти ко мне на день рождения, потому что она сильно заболела. Она приехала меня поздравить специально, и это очень мило. Она подарила мне очень красивый букет, который стоит посередине, и вот такую красивую сумочку. Она очень необычная, но мне супер нравится именно ее форма и цвет. Я буду с удовольствием носить ее. Спасибо большое, Алиса. А еще тут была записка. Вот такая она милая. Следующие подарки от Еры и Шаха. Шах, если что, это парень Сары, а Ера — это наш друг. В таком вот пакете лежит вот такая вот сумочка Шоппер. А внутри комплект хлопкового белья. Я еще его не открывала, чтобы открыть вместе с вами, но мне очень интересно, что внутри. Посмотрите, какой красивый цвет. Он очень красивый. Сейчас распакую. Кстати, у Сары есть таких два комплекта, и я всегда хотела себе такой же. И теперь он у меня есть. Теперь подарок от Леры. По этому пакету уже можно понять, что там внутри. Посмотрите, тут написано «От кого» и «Кому all eyes on me». Вау, как вкусно пахнет. Вот так вот набор выглядит внутри. Это шампунь и кондиционер. Я очень люблю бренд Zielinski Rosen за их ароматы. У меня также есть аромат на каждый день, которым я пользуюсь, тоже у Zielinski, и он очень крутой. Спасибо большое, Лена. Сейчас минуту, я уточню, чей это подарок, потому что я снимала на видео. Здесь два одинаковых пакета, и я точно не помню, где чей. Это настолько эстетично, что я просто не могу вам это не показать. Огромное спасибо Назгуле и Лауре. Подарок от моей подруги Ажары, тоже L'Occitane. Здесь мой самый любимый баттер для тела. Я тоже писала о нем в своем вишлисте. И Ажара сказала, что она сразу же его забронила. Блин, он запакован, я открою его потом, но он очень вкусно пахнет. Это, конечно же, не реклама Le Dure, но я хотела бы сказать огромное спасибо ресторану Le Dure и Синтай и всему его персоналу за организацию моего красивого праздника. Возились со мной терпеливо, выполняли все мои просьбы и пожелания и сделали просто все идеально. И поэтому у меня на заднем фоне очень много пакетиков из этого ресторана. Хочу показать вам очень красивую башню из макарон, которую никто почему-то не ел, но я очень рада, что она у меня есть. Также тут лежит вот такой вот конверт, и сейчас покажу, что там внутри, это очень круто. Ой, нет, это деньги. А, да? А почему? У меня, оказывается, два таких конверта, и здесь лежит вот такой вот сертификат на определенную сумму. Теперь я могу ходить туда сколько захочу, и... Вот так вот выглядит карта. Красота! Вот этот, это мой любимый вкус. Кажется, он с белым шоколадом. Все, на этом подарки закончились. И хочу сказать огромное спасибо еще раз всем, кто пришел, и всем за такие прекрасные подарки. Я вас всех очень люблю. И сейчас я хочу вам еще раз вблизи показать все эти прекрасные цветы. И будем заканчивать видео. Спасибо большое вам за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. И обязательно подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока! А теперь взгляд со стороны. И моя оранжерея цветов. Посмотрите просто, какие они все красивые. И мои шарики. Все, всем пока!